Время новостей на Абаза ТВ. Здравствуйте. Первый культурно-спортивный фестиваль Абаза состоялся в Сухуми. Основная задача фестиваля – продемонстрировать культурное многообразие абхазо-абазинского народа, традиции и тенденции. Участники мероприятия продемонстрировали и традиционный привод абазинской невесты, и коллекцию спортивной одежды с национальными элементами абхазского дизайнера. Накормили гостей традиционными блюдами абазинской кухни и станцевали абхазские танцы. Почетными гостями фестиваля Абаза стали президент Абхазии Рауль Хаджимба, спикер Народного собрания Валерий Кварче, премьер-министр Валерий Бганба. Мы еще вернемся к этой теме в нашем выпуске, а сейчас официальная информация. Вопросом осуществления мониторинга эффективности работ республиканских унитарных предприятий Министерства сельского хозяйства посвящалось совещание, которое провел премьер-министр Валерий Бганба. Присутствующие доложили о результатах анализа деятельности РУПов Минсельхоза, выявленных проблемах в сфере формирования доходной части предприятий, обсудили возможные источники погашения задолженностей перед ресурсными организациями и налоговым ведомством. Глава правительства поручил руководству Минсельхоза завершить детальный анализ эффективности деятельности РУПов с учетом показателей их рентабельности и составить предложения по оптимизации численности или по их дальнейшей реорганизации. Всего в структуру Министерства сельского хозяйства страны входят 19 РУПов, 7 из которых МТС, машинно-технологические станции, осуществляющие механизированные работы в районах республики, такие как вспашка, баронирование, культивация. Командно-штабное мобилизационное учение со 2-м отдельным мотострелковым батальоном и комплектующими военными комиссариатами на тему приведения 2-го отдельного мотострелкового батальона в боевую готовность, полное планирование и совершение марша в район сосредоточения, организация боевого слаживания, планирование и организация оборонительного боя провело Министерство обороны Республики Абхазия. Учения способствуют повышению мобилизационной готовности военных комиссариатов, штабов, резервных частей к выполнению мобилизационных мероприятий. В ходе учения офицеры получат практику в действиях по приему и распределению военнообязанных запасов, уточнению на местности решения командиров резервных частей и подразделений на оборону. Первый культурно-спортивный фестиваль «Абаза» состоялся в Сухуми. До начала главного концерта наша съемочная группа знакомилась с содержанием совместной абхазо-абазинской выставки музейных экспонатов и национальных костюмов, изучила фотоэкспозицию «Они зовут себя Абаза» и познакомилась с абазинской национальной кухней. Подробности в репортаже Надежды Боровиковой. Первый культурно-спортивный фестиваль «Абаза» стартовал в Сухуми. Буквально накануне в Гудауте завершилась первая спортивная часть фестиваля, и вот уже сегодня на набережной Махаджиров стартует его вторая культурная часть. Все, что организаторы подготовили для гостей фестиваля, включая фотовыставку, экспозицию национальных костюмов, фудкорт с традиционной абазинской едой, а также театрализованные постановки и выступления национальных коллективов, все представлено здесь с одной целью – показать единство абхазской и абазинской культур. Первым делом отправляемся в выставочный павильон, где представлены экспонаты Абхазского государственного музея и этнографического музея абазинского народа из аула Аль-Бурган. Мухаммед Туков, заведующий и хранитель этого музея, начал собирать свою коллекцию еще в 1975 году. Сегодня в музее более 800 экспонатов, иллюстрирующих жизнь и быт абазинского народа. Перевозить музейные ценности через границу довольно сложно, поэтому наиболее интересные объекты представлены на выставке в виде фотографий. Для меня лично более ценные те предметы, которые являются носителем культуры моих предков, моего народа. Например, вот, вот национальные орнаменты. Такие орнаменты пришивались к платьям женщин в возрасте в качестве украшения. Этим украшением где-то... Дата, смотрите, дата изготовления примерно 1900 года. Судите, сколько? 120 лет. Мухаммед Туков также привез с собой национальные абазинские костюмы. Костюм крестьянки и дворянина, княжеский мужской и женский костюмы и самый дорогой сердцу Мухаммеда костюм абазинского крестьянина. А вот этот, вот эту черкеску, вот эту шляпу и вот этот башлык
изготовила своими руками моя мама в 1947 году, когда я был вот таким мальчишкой еще. Я родился немного раньше войны, до войны родился я. И поэтому вот они для меня дороги до такой степени, что душа просто в ком горле, когда говорю о этих предметах. Абхазский государственный музей также представил свои экспонаты на совместной абхазо-абазинской выставке. Здесь представлена археология, эпоха поздней бронзы, раннего железа, потому что в то время это общие как бы наши корни, и поэтому вот такие предметы представлены. Здесь представлена из моего личного проекта «Абхазская народная игрушка. Игрушки» и представлен этнографический материал. Изучением абхазской народной игрушки Диана Ахба занимается более 18 лет. Ее последний проект по сравнительному анализу абхазской и абазинской игрушек поддержал председатель Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Муса Экзеков. Интересно то, что вот игрушки, мячики, например, из конской шерсти, вот тут вы видите, они и у абазин были, и у абхазов были. Вот такие вот игрушки, как свистульки, они были и у абазин, такие же и у нас. Вот то, что там мячик, видите, белый, это овечья шерсть, вывернутая внутрь. И если мало было, туда докладывали шерсть. Они, такой мяч у нас тоже был, но я, вот, когда собирала материал, мне никто об этом не сказал, а в Черкесске я вот нашла. Вот разные, много общего. Куклы очень много общего. Из кукурузы много общего было. Вот куклы, из початка, из стеблей, из кожуры. Вдоль всей набережной протянулась масштабная фотовыставка «Они зовут себя Абаза». Мы думали, очень долго думали, как можно показать свою культуру. Но мы хотели показать не только саму культуру, но мы хотели показать и часть нашей истории, нашей общей истории абхазо-абазинской. Поэтому мы решили сделать вот такую вот фотовыставку. Она условно разделена на три части. Одна часть рассказывает о нашем единстве в плане языка, показывает различия и общность нашего алфавита, наших алфавитов. Вторая часть – это старые фотографии. Под ними мы написали некоторые цитаты, которые показывают нашу историю, наш дух, наш нрав, нашу внешность. И третья часть – это карты. Карты расселения абхазов и абазин в древности. Мы хотели тем самым показать, что эта территория всегда была единой территорией, что это единое этнополитическое пространство было. Наибольшее внимание привлек национальный абазинский стол. Традиционные блюда приготовили и красиво разложили участницы координационного совета женщин черкесского офиса Алашара. Это у нас называется чаш. Это пирожки. У нас не чаш называется. Это у нас называется хангял халюа. Делается из теста, вкусного теста, только на яйцах, без воды. Мелко-мелко режется, жарится, а потом с медом можно или карамелью соединяют под нос и режут. Можно такими кубиками, можно побольше кубиками. Ну, кому как нравится. Потом у нас идет халюа. Вот это халюа, это традиционное наше. Праздничное настроение до начала главного концерта создали музыканты из Карачаева-Черкесии. А пока гости рассматривают экспозиции и дегустируют абазинские блюда, артисты Народного абазинского театра готовятся презентовать традиционный обряд привода невесты. Надежда Боровикова, Сысрыкуа Гухуа, Абаза ТВ. Основная задача фестиваля – продемонстрировать культурное многообразие абхазо-абазинского народа, традиции, тенденции. Участники мероприятия продемонстрировали и традиционный привод абазинской невесты, и коллекцию спортивной одежды с национальными элементами абхазского дизайнера, накормили гостей традиционными блюдами абазинской кухни и станцевали абхазские танцы. Почетными гостями фестиваля Абаза стали президент Абхазии Рауль Хаджимба, спикер Народного собрания Валерий Кварчи, премьер-министр Валерий Бганба. Марианна Котова продолжит тему. Главным гостем первого спортивно-культурного фестиваля Абхазо-Абазинского конгресса стал президент Абхазии Рауль Хаджимба. Он отведал традиционные абазинские блюда, пообщался с этнографами, собравшими целую коллекцию предметов быта и произведений искусства абхазо-абазинского этноса. По словам председателя Высшего совета Абхазо-Абазинского конгресса Муса Экзекова, фестиваль призван показать, как близки друг другу абхазы и абазины, как многого могут добиться совместными усилиями.
И чем больше будет вот таких вот замечательных мероприятий, тем быстрее и лучше мы будем слышать друг друга. А понимать и слышать друг друга – это уже огромный успех. Значит, мы можем думать, как строить свою судьбу, как находить свое счастье. А счастье, когда мы вместе. Параллельно с тематическими площадками шел концерт. Традиционные абазинские абхазские танцы, народные вокальные эстрадные номера и целые театрализованные представления показали артисты. Центральным действом стал привод абазинской невесты в дом к мужу. По словам историка Тимура Ачукпы, до определенного времени, а это примерно до конца 19 века, матримониальные традиции абазин-абхазов были практически идентичными. Но после махаджирства стали появляться незначительные отличия. Это оттачиваются такие традиции веками, и они очень значимы для любой фамилии, для любой общины и для любого народа в целом. Что касается отличия Абхаза, между абхазами и абазинами, я бы хотел сказать, что несколько веков назад, особенно до трагедии депортации абхазов 19 века и еще раньше. Как говорит историк, сегодня свадебные традиции меняются и у нас, и за большим Кавказским хребтом, разделяющим сегодня абхазов и абазин. И уже не так строго соблюдается основное требование не появления невесты и как можно более тихое ее нахождение в доме мужа. Большую популярность, так скажем, получает привод аргама, как говорили наши отцы раньше, и как принято у нас. Это есть, значит, открытое такое, вот договариваются родители, договариваются сама молодежь между собой и приводят невестку. Но старые, раньше, конечно, больше это было все скрыто. Убедившись в том, что традиционный привод невесту абхазов и абазин выглядит одинаково, зрители отправились пробовать блюда абазинской кухни, которые разительно отличаются от абхазских блюд. Халвы, мамалыгу из пшена, мелко перетертую фасоль и десерт из жареного риса многие сухумчане пробуют впервые. И рис жареный как десерт, а в Абхазии нету жареного риса как десерт. Насколько я знаю. Это жареный рис, да. Они сказали, что это как десерт идет, но я еще не пробовала. Не только история, но и современные тенденции охватил фестиваль, в частности, модные. Дефиле в спортивной коллекции с национальными элементами стало частью концертной программы. А завершился фестиваль исполнением гимна и фейерверком. Совместная концертная программа абхазских и абазинских творческих коллективов «Песни и танцы» стала не менее насыщенной. Абхазские и абазинские коллективы поочередно представляли на сцене народные танцы, песни и музыкальные инструменты. Слово Элеоноре Гелаян. Кульминацией фестивального дня стал концерт на набережной Махаджиров. Программа была составлена так, что абхазские и абазинские коллективы поочередно представляли на сцене народные танцы, песни и музыкальные инструменты. Ансамбль Абхерца приехал на фестиваль из Карачаево-Черкесии, Абазинского муниципального района. Как рассказывает солистка Сусанна Шаева, несмотря на молодой относительно коллектив, работа в ансамбле слаженная. Внутри КЧР девушки выступают часто, но приезд в Абхазию играет для них особую роль. Этот инструмент называется абобщина. У нас есть в оркестре и щечобщина, абобщина, хатарка, вот то, что вы видели. А все это сделано вручную, специально на заказ. У них звучание совершенно иное, чем от классических. У них такая специфика, вот национальный колорит. У каждого инструмента свое звучание. Наверное, и из того дерева, из которого оно изготовлено. Важность такого мероприятия в таких масштабах, оно очень велико, я считаю, что тем более, что мы как бы два братских народа, вот получается, абазины, и то, что нас пригласили сюда на фестиваль, и мы участвуем, это, конечно, очень важно. Мы часто проводим такие фестивали, у нас, например, приезжают, и очень теплый прием, гостеприимный народ, наши братья. Мы очень рады, что мы здесь, что мы выступаем.
На сцене выступали и многочисленные танцевальные ансамбли. Дети сменялись харизматичными джигитами, а те – грациозными девушками. Театр танца «Меркурий» в Сухум приехал малым составом. Всего коллектив насчитывает десятки танцоров. У истоков абазинского коллектива «Меркурий» стоял Валерий Таня, художественный руководитель театра танца «Меркурий», заслуженный артист Карачаевой Черкесии Мурат Гагиев, рассказывает, что сегодня танцоры продолжают работать в заданном национальном стиле. Вся программа коллектива поставлена на абхазо-адыгском фольклоре. То есть танцы абхазские, адыгские, абазинские. На этом фольклоре поставлена вся наша программа. И для нас очень трепетно находиться здесь, в Абхазии, и работать здесь намного сложнее, чем нежели работать где-то в других субъектах Российской Федерации или за рубежом. Почему? Потому что здесь каждый нюанс знают, каждое движение, одно должно вытекать с другого. Вот эти все нюансы должны быть соблюдены, и народ Абхазии лучше всех знают вот эти все нюансы, поэтому нам сложно работать здесь, в этом плане. Но любой наш приезд в Абхазию для нас это радость, для нас это счастье, что мы приезжаем к своим братьям. Программа концерта была насыщена и вокалом, и хореографией, и игрой на инструментах. Как рассказывает руководитель женских советов Всемирного абхазо-абазинского конгресса Гета Ардзинба, этот день для всей организации очень ответственный. Делегации наших братьев из Абазашти составило почти 100 человек. Это спортсмены, артисты, представители организации Ануала Шара, это волонтеры даже из КЧР. Наша задача, самая главная была, работал фестиваль 4 дня, и вот чтобы за это время между собой познакомилось как можно больше молодежи. Это главная цель достигнута. Мы хотели увидеть, чтобы наши граждане поняли, что мы говорим практически на одном языке. Это один язык, разные диалекты. Поэтому программа состоит наполовину из абхазского языка, наполовину из абазинского языка. Точно так же весь концертный состав. То же самое, мы встречаем наших артистов из Карачаевой Черкесии абхазским объявлением, а абазинское объявление артиста встречает танцоров и певцов из Абхазии. То есть это такой вот настоящий, ну мы видим это пространство Айбабара. Вот когда фестивальный дух наполнил эту площадь. И вот это то, к чему мы стремились. Вот искренне стремились к тому, чтобы это все было не дежурно. Именно этого мы достигли. В ходе концертной программы состоялось награждение спортсменов, победивших в турнире по вольной борьбе на кубок председателя Высшего совета ВАК Мусы Экзекова. По окончании концертной программы начались народные гуляния. Элеонора Гилаян, Эдуард Аракелян, Абаза ТВ. В Академии наук Абхазии 17 октября состоялось значительное событие в кавказоведении – презентация книги «Абазинские материалы» известного кавказоведа, лингвиста, фольклориста, историка и этнографа Анатолия Генка. В мероприятии приняли участие спикер Народного собрания Абхазии Валерий Кварчи, председатель Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса, президент Международного объединения содействия развитию абхазо-абазинского этноса Алашера Муса Экзеков, советник президента Владимир Зонтария, представители абхазской научной и творческой интеллигенции, известные ученые и писатели. Идея издания этой книги давно родилась у академика, президента Академии наук Зураба Джапуа. Воплотить ее в жизнь удалось благодаря программе «Абазины и Абхазы. Сохранение и развитие языков и историко-культурного наследия», задуманной и разработанной совместно Академией наук Абхазии и Международным объединением содействия развитию абхазо-абазинского этноса Алашера, создатели и составители ученые Зураб Джапуа и Петр Чекалов. В историографии Кавказа имеется немало ярких звезд, вам это хорошо известно. Среди них, я бы сказал, особое место принадлежит Анатолию Несторовичу Генка, чье наследие столь значительно и знаково в изучении языков и культур горских народов Кавказа. Он является зачинателем, первооткрывателем целого ряда сфер
и направления в изучении этих народов, в частности, в изучении абазинского языка и фольклора. Собственно, весь свой потенциал, всю свою жизнь он отдал исследованию народов Кавказа и погиб, можно сказать, защищая их интересы. Вернее, был убит за то, что он резко критиковал политику сталинской советской власти на Кавказе. Подробный репортаж об этом событии смотрите в нашем эфире в воскресенье 20 октября в 19:30. Экономика. Оборот транзакций по картам АПРА вырос на 1,8 миллиардов рублей. Платежная инфраструктура АПРА стала доступна для приема карт МИР с июня 2019 года. Национальный банк информирует, что держатели карт на территории Абхазии начали активнее расплачиваться за товары, работы и услуги, о чем свидетельствует рост показателя безналичных операций. По итогам 9 месяцев этого года объем безналичных операций по оплате товаров и услуг банковскими картами превзошел годовой показатель прошлого года. Продолжена работа по расширению инфраструктуры приема банковских карт. Международный музыкальный фестиваль «Хибла Герзмава приглашает» состоится в Абхазии в воскресенье 20 октября. Впервые фестиваль пройдет на стадионе «Динамо». Кроме того, вечером 19 октября народную артистку Абхазии и России, кавалера ордена Ахзапша первой степени Хиблу Герзмава и участников 17-го музыкального фестиваля «Хибла Герзмава приглашает» примет президент Рауль Хаджимба. Чуть ранее в конференц-зале гостиницы «Атриум Виктория» состоится брифинг, посвященный 17-му международному фестивалю «Хибла Герзмава приглашает». Уникальный концерт под сводами Новоафонской пещеры состоится 19 и 20 октября. В предстоящий уикенд совместно с известной арфисткой Ольгой Максимовой. На этой площадке выступает восходящая звезда оперной сцены, дипломант Международного фестиваля классической музыки, принимавший участие в таких проектах, как «Голос», «Опера на льду», шоу-опера «Илья Римар». Ну а вокально-инструментальный ансамбль «Гунда» 18 октября с успехом выступил в ходе 5-го международного фестиваля «Звучи адыгская гармонь», который проходил в городе Сочи 17 и 18 числа. Отдельные поздравления руководителю ансамбля, народной артистке Абхазии Розе Чамагуа. Спорт. Батал Чежия проведет бой за звание лучшего боксера среди молодежи по версии Всемирной боксерской организации 14 ноября. Моим соперником будет боксер из Украины Джамал Усманов, который провел 5 боев на профессиональном ринге и во всех одержал победу. Мы начали подготовку к предстоящему поединку еще в начале августа, рассчитывали на то, что бой пройдет 17 сентября, но потом сказали, что он переносится на ноябрь, отметил Батал Чежия. Абхазский боксер выступает в средней весовой категории, и для того, чтобы побороться за звание лучшего боксера мира среди молодежи, ему предстоит подняться на одну весовую категорию выше. Команда соперника не согласилась спускаться в средний вес, и чтобы бой состоялся, мы решили подняться в полутяжелый. Но в дальнейшем я продолжу боксировать в среднем весе, подчеркнул Батал. 22-летний Батал Чежия на данный момент в мировом рейтинге на 154-й позиции, а в России в своей весовой категории 8-й. Сопернику Батала 20, в мировом рейтинге он находится на 190-й позиции, в Украине он 5-й. Теннисист Ален Авицба после проигрыша во втором круге турнира ВТБ «Кубок Кремля» заявил журналистам, что был шанс попасть в четвертьфинал, но он подсел физически во втором сете. «Старался быть сфокусированным только на корте, на мяче, на сопернике, на себе. Но когда заходишь на такой корт, а я на нем даже не тренировался ни разу, он кажется просто огромным. Ты немного потерян, а потом уже входишь в ритм», — сказал Авицба. Он с улыбкой воспринял слова о том, что он первая ракетка Абхазии, и выразил надежду, что в Абхазии будет много теннисистов. Спортсмен напомнил, что мечтает открыть теннисную школу в Сухуми, где он когда-то начинал тренироваться.
Он также поблагодарил соотечественников, подчеркнул, что чувствует колоссальную поддержку Абхазии. «Я ощущаю большую поддержку с Родины. Хочу сказать спасибо всем родным и близким. Они мне много писали, отмечали меня в своих постах в соцсетях. Сложно, когда за тебя болеет столько людей, а ты проигрываешь. Не то, что мне стыдно, но мне очень хотелось порадовать родных и близких, пройти дальше», — сказал Ален Авицба, отметив, что на трибунах было много болельщиков из Абхазии. В завершении выпуска прогноз погоды. Как сообщают синоптики, в выходные дни 19 и 20 октября в Абхазии переменная облачность, ночью и утром из-за незначительных перепадов температуры воздуха и атмосферного давления местами возможен туман, морось. Температура воздуха ночью 16, днем до 23 градусов, температура морской воды 21 градус. На этом выпуск завершен. За развитием событий следите вместе с нами и на сайте abaza.tv. До встречи в эфире и удачных выходных!